Здравствуйте! В эфире музыкальная программа «От всей души». Сегодня, 30 мая, свой день рождения отмечает наш любимый папа, дедушка и муж Алексей Тыкаевич Сад. Сегодня он трудится в большом коллективе Национального театра, старшим пожарным. В период трудовой деятельности был отмечен разными наградами и благодарностями. Алексей Тыкаевич – разносторонний и творческий человек. Помимо работы, занимается и другими видами деятельности. Ремонтируешь машины – виртуозно, словно маг. Оживают механизмы в золотых твоих руках. Пусть работа будет в радость. Дома ждет тебя семья. Пусть веселой, интересной будет жизнь твоя всегда. В день рождения мы желаем быть здоровым, молодым, быть надежной опорой для всех близких и родных. С уважением от супруги, детей и внуков. Thank you.
Это была музыкальная программа «От всей души», где вы всегда можете подарить своим близким минуты счастья и радости.